Петропавловский аэропорт возобновил авиаперелеты в два главных города страны. Стоимость билетов в одну сторону в столицу составит от 10 тысяч тенге, в Алматы – 25 тысяч. Первый рейс прибудет к нам уже 7 мая. При перелетах пассажиры обязаны строго соблюдать меры безопасности. Какие, узнаете в нашем следующем сюжете. Из-за введенного карантина авиаперелеты в стране временно приостановили в начале апреля. Пустовал с тех пор и международный аэропорт Петропавловска. С 4 мая работа воздушной гавани возобновилась. Принимать пассажиров здесь будут два раза в неделю из Нур-Султана и Алматы, но только с соблюдением строгих мер безопасности. Пассажиры обязательно должны быть в защитных масках, на расстоянии друг от друга не менее 1 метра. Также нельзя заходить в аэропорт провожающим и встречающим. Также является необходимым еще наличие ПЦР-анализа у пассажира, вылетающего из нашего аэропорта. На сегодняшний день у нас в городе ПЦР-анализы возможно сдать в клинике «Олимп», в лаборатории «Олимп», которая находится на АБАЕ-69 на платной основе. Наши сотрудники, которые будут задействованы в обслуживании пассажиров, также прошли данный анализ. Сегодня мы получили тесты, а результаты, все тесты отрицательные. Стоимость анализа ПЦР для одного человека составляет почти 16 тысяч тенге. Авиаперелеты в столицу и Алматы будут осуществлять компании «Казах Эйр» и «Скат». А вот самолеты и лоукостера «Флай Арестан» в нашу область начнут летать только после окончания ЧП. С Петропавловска до Нур-Султана билет стоит в размере 10 тысяч тенге. С Петропавловска до Алматы? 25 тысяч на сегодняшний день. Единственное сейчас неудобство, может, для людей есть какое? То, что авиакассы не работают в городе, все надо покупать в режиме онлайн. Первый рейс в Петропавловске ждут уже 7 мая из южной столицы. Абай Альжанов, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.